Вообще, если человек живет в другом информационном поле, если он живет, я не знаю, другими интересами, как вы можете быстро его понять? Это человек, который с тобой в одном информационном поле, понимаете, еще долго соображать. А когда вы смотрите разные фильмы, читаете разные книги, занимаетесь разными делами, как вы вообще, вы через что будете сталкиваться, так сказать, обнаруживаться-то друг у друга-то? Нет. Любопытство – это какое-то такое зондирование, пунктирование жизни для того, чтобы смотреть на контуры движений людей, их поступков, их как бы способов реакции на что-то там и так далее. И это вас делает богаче. Вот, поэтому вот это любопытство, исходящее из как бы незнания этого другого, чужого, индивидуального мира. А он там есть, как у вас. Вот ровно такой же. Просто совсем другой, но по как бы затейливости, где-то парадоксальности, где-то уникальности, он такой же.